выдохом становимся на ноги. Вдох, с выдохом ложимся на спину. Вдох, с выдохом снова ложимся на живот. Вдох, с выдохом становимся снова на ноги. Что не так? Потока, соединения. То есть, что вам было понятно? Что соединять асаны должны быть в правильном соотношении между другими. То есть, вы должны правильно выходить из положения тела в пространство. То есть, давайте, спасибо. В каком моменте? Вы не можете сидеть, потом... Понимаете? То есть этого не должно. То есть, есть соединяющие виньясы. Напишите, соединяющие виньясы. Каждая асана должна соединяться определенной виньясой. Что такое виньяса? Кто помнит? Это динамическое соединение одной асаны с другой. То есть динамика. Соединение одной асаны с другой динамикой. Вот она виньяса. Вращение туда тоже включено. Это все виньяса йоги. Поэтому как бы лучше виньяса. Не виньясана, а виньяса. Теперь как это было бы выглядело. Смотрите, первое. Раз. Скользнули. Прыжок. Опустились. Выдох. Вышли в горку. Если хотите лечь на живот, должны быть элементы входа в асану и выхода из положения тела в пространство, чтобы это был поток.